Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поймут, но не беси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите. Пойте. Воскресение Твое, Христе, спаси, ангелы поймут, но не беси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе. Иисущего грабежи его даровал.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй, спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благостояние Святой Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, в храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Нашему высокопреосвященнейшему митрополиту, которого нечестным пресвитер всего Христе диаконстве, о всем приище людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. Российских правителей и православных людей в Отечестве, в России несущих, и о спасении им, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и верой живущих, ни Господу помолимся. Господи, помилуй. Благорастворение воздухов, изобилие плодов земных, временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. От плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасение нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спасибо, храни нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Преблагословенную Владычицу нашу Богородицу Христа Деву Марию со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Я подобаю Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Светимся люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас приведи, победную поющая. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения. Христа блистающая, и радуйтесь, рекуща. Ясно да услышим победную поющие. Христос воскресе из мертвых. Небеса оба достойно да веселятся, земля же да радуется. Да празднует же мир видимый, же весь и невидимый. Христос Бог остав веселье вечное. Родшая Христа, из гроба воссиявшего днездива, все непорочная, и мир просветившего, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Воскресшего, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, соапостол, и благодатна чистая, и еже радуйся первые, яко всех радости вина. Восприяла Иси Бога Мати всей непорочная. Придите, пиво пьем новое, ни от камени, ни плодно чудодеемое, но не тление источник из гроба дождивша Христа, в нем же утверждаемся. Христос воскресе из мертвых, ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует тупо вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спогребался тебе Христе, со восстает днесь воскресшу тебе, сраспинался тебе вчера, сам я спрославе спасибо царствие твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
же утверждаемся. Третья песня. Это уже надо поговорившись. Пойти паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Нашу Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Предворивши утро я же молил, и обревши камень отворено гроба, слышу вот ангела во свете присутствующим сущего, смерть не что ищет я по человека, видите гроб, пелены, птицы, миру проповедите, яко воса Господь мертвивый смерть, яко и Сын Бога, спасающего род человеческий. На Божественной страже благоволивый Аввакум да станет с вами и покажет светоносно ангела. Ясно глаголюща дни спасения миру, яко воскресе Христос, яко всесилие. Христос воскресе из мертвых, мужески упопол, яко разверзе девственную утробу. Явися Христос, яко человек же, агнец наречися, непорочен же, яко не вкусит скверны. Наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речися, Христос воскресе из мертвых, яко единолетный агнец, благословенный нам венец Христос, болею за все заклон бысь, Пасха чистительная, и паки из гроба красное, правды нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых, Бога Отец ободави пред святым ковчегом, скакаши играя, люди же Божии святые, образом сбытие зрячие, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, создав и Адама Твоего братца, чистая зиждется о Тебе, и смертное жилище разори своей смертью днись, и озарися божественными блестами воскресения, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Его же родила Иси чиста, прекрасно из мертвых воссиявши чистая зрящи, добрая и непорочная жена прекрасная, днись во спасение всех. Апостолы, радующиеся тому, прославляй. Утреннюю, утреннюю, глубокую, и вместо мира песнь принеси Владыце, и Христа узри, и правды солнце, всем жизнь воссияющая. Христос воскресе из мертвых, безмерное Твое благоутробие, адамыми узами содержи и зрячи. К свету идя ко Христе веселыми ногами, Пасху хвалящи вечную. Христос воскресе из мертвых, приступив к священности, исходящим Христу из гроба, яко жениху, и с празднуем любопраздственными чинами Пасху Божию спасительную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, просвещается божественными лучами и живоносными воскресенье Сына Твоего, Бога Матерь Пречистая, и радости исполняется благочестивых собрание, и ныне и пресс.
во веки веков. Аминь. Не разверзлись врата детства в облащении, и гроба не разрушились и печати. Царю создания, Таню души воскрешено тебя зрящи. Мати рода ложися, снижайся, Пресподняя земли, сокрушили Сибири и вечные, содержащие связанные кресты, и предневья от кита иона, воскресись от гроба. Христос воскресе из мертвых, сохранив целознамение кресты, воскресись от гроба. Ключи девы невредимы в рождестве Твоей, мы отверзли сынам Россия двери. Христос воскресе из мертвых, спаси мой живой и жене жертвенное заколение, яко Бог сам себе волею привет Отцу. Сам воскресился всеродного Адама, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Возведися, древле, держи мое смертью и тление, воплотившимся от твоего пречистого чрева. Не тление и пресносущней жизни, Богородице Деву. И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Сниди, преисподняя земли, блажесна твоя чистая шеды. И вселивайся, и воплотивайся в очи ума, и воздвижи с собою Адама, воскрес от гроба. Снишились и преисподняя земли, и сокрушились Сибири и вечные, содержащие связанные в кресте, и тридневенья, как кита иона, воскресись от гроба. Окей, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Наших тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Вон мем, премудрость, вон мем, прокимен, глаз осьмы во всю землю из-за невещания их и в конце вселенной глаголы. Во всю землю из-за невещания их и в конце вселенной глаголы. За исповедую славу Божию, творение же рукой Его возвещает твердь. Во всю землю из-за невещания их и в конце вселенной глаголы. Во всю землю из-за невещания их. Вселенные глаголы. Премудрость. Деяние апостолское. Чтение. Деяние святых апостолов чтение. Деяние святых апостолов чтение. Он мем. Братья. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, и вот теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию, и от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Премудрость.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословляем в совете святых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. Святаго Евангелие, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Аминь. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто Ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечает, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Пуще его гроб смешился бессмертнее, но дому разрушилась и силу, и воскресился, яко победите Христе Божием. Жена мира носится, вещам и радуйтесь, и твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресенье. И же прежде солнце, солнце зашедшее иногда во гроб, предваривши кого-то ищущие вновь мира носится девы, и друга ко друзьям, пияко другини. Придите вонями, поможем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего Божьего Адама, лежащую во гробе. Идем, почтимся, яко живо свие поклонимся, и принесем мира, яко дары не в пеленах, но в плащанице обитому, и плачем, и возопеем, о владыка восстани, пашем, подаяй воскресенье. Поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняйся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе и много не знаем, имя Твое именуем. Приидите все верные, поклонимся святому Христову воскресению. Силу приди Христом, радость всему миру. Всегда благословящий Господа, поем воскресенье.
молящийся, радующийся живому Богу, и Пасху тайную Твоим Христе учеником благовестишь. Христос воскресе из мертвых, смерти празднуем умершление, адово разрушение, иного жития вечного начала, играющего виновного, единого благословенного, Отца Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, якого истину священная и всепразыственная, сия спасительная ночь и светозарная, светонос на дне восстания, суще правозвестница, ниже безвредный свет из гроба плотским всем осия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о мертвецы твой смерти непорочная нести, смерти пребывающий живот во веки веков дарова, един благословенный, Отце Бог и препрославленный, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всем царствуем созданием мы в человек, вселися в Твою благодарную утробу, и распятие претерпев и смерть воскреси благолепно, совоставив нам церковь всесилен. Сына реченный и святый день, един суббот царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств. Он же благословил Христа во веки. Христос воскресе из мертвых. Придите нового винограда рождения, божественного веселья, в нарочитом дне воскресения царствия Христова приобщимся, поющие его яко Бога во веки. Христос воскресе из мертвых. Возведи о кресточек твои сионе, и вечного придоша к тебе, яко Бога светлое светило от запада и севера и моря, и востока чада твоя в тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троице Боже наш, слава тебе! Отче Вседержителю и Слове, и Души, Треми соединяемого ипостасях и Слов, присущественнее, пребожественнее, в Тя пресвихнемся и Тя благословим во вся веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Приди Тобою в мир Господнего Богородице, и чрево адово растут, смертным на воскресение дарова, тем же благословим его во веки, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Все низложи в святый державу, Сын Твой Дева, своим воскресением, яко Бог крепкий совознесен нас и обожи, тем же воспеваем его во веки. Душою воскресшего Тринина от гроба Христа жизнодавца. Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Господня на тебе воссиял. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Душою волею страдавшей погребенной и воскресшей погребенной от гроба. Христос, новая Пасха, жертва живая, огнец Божий в земле грехи мира. О божественного любезного, сочащего Твоего глаза, с нами Бог не ложно обещался и все быть, до скончания века Христе, Его же вернее утверждение надежды и пуще радуемся. Ангел вопияше благодатни, чистая дева радуйся, и паке реку радуйся, твой сын воскресе три дня над гробом.
и мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Возбудились и уснув мертвые, от века царские роковые отыгудили. О, долина моря, кричичи по гробу, и Христа, видевшие по Петрограду, ряко прошаши. Ангелу блистая жена, вопияши, пристанете, ослез, яко Христос воскресе. О, Пасха велия, священнейшая Христе, о мудрости и Слове Божией сила, подавай нам вести и Тебе причащайтесь в дни вечерним дни Царствия Твоего. Христос воскресе из них, Христос воскресе с мир поправый, мертвые воздвигнувые люди, веселитесь. Дни сяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и опленися. Дни с владыка плени ада воздвигнувые узники, я же от река и мяши люди одержимые. Величи душа моя, ты постас на твои нераздельного божества державу. Радуйся, Дева, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Господи, воскресе ты в небе над гробом. Величи душа моя, воскресшего тридневно от гроба Христа жизнодавца. Величи душа моя, более страдавшая и погребенная, и воскресшего тридневно от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Согласна, Дева, Тебе блаженный, радуйся, двери Господня. Радуйся, ради одушевленный, радуйся, и я же ради нам ныне воссия свет. Из Тебе рожденного из мертвых воскресения, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Веселися и радуйся, божественная двери света, зашеды бой Иисус в гроб воссиял. Рассияв солнце светлее, и ведные вся зари, Бога радованная владычице. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богословня на тебе воссиял. Лихой ныне веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Благословенную и славную Владычицу нашу Богородицу Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Якотя хвалят все силы небесные, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Адама воздвиг от три, и
пастыри, и всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний. Тебе подобает петь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его. Тебе подобает петь Богу. Четверть. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Всякое дыхание и вся тварь тебя славит, Господи. Яко Христом смертью празднил еси, да покажешь людям и жизнь мертвых Твое воскресение. Яко един человека любит. Хвалите Его о гласе трубнем. Хвалите Его о псалтире и гусли. Да рекут и удеи, как войны погубивши стрелущие царя. Почту бо камень, сохрани камень жизни, или погреби на года годя, или воскресшему да поклонятся глаголище с нами. Слава Божеству, щедро Твои, спаси наш слово Тебе. Хвалите Его в тюрпане лице. Хвалите Его во струнах и органе. Радуйтесь, люди, веселитесь. Ангел сидя на камени гробном, тайна благовестили. Христос воскресе из мертвых, спас мира. И исполни всяческое благоухание. Радуйтесь, люди, веселитесь. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Воскресенье отвали, о, лубок печали.
когда будет у грешницы от лица Божия праведницы, да возвеселятся мироносицы жены. Утро глубоко представша гробу живодавца, обретуша ангела на камени сидяща, и той крови чапы сице глаголаше, что ищете живота смертными, что плачете нетленного вотри, шедше проповедите учеником его. Сидение Божие сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Смертных смертей, смертных покров!
воистину Христос воскрес. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Слово святого Иоанна Златоустова, читаемое на Пасху, огласительное называется. Кто благочестив и любит Бога, да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел и после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будучи щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет, и дела принимает, и намерения приветствует, и действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна, насладитесь все, телец велик. Пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры. Все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами: «Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней. Горько, ибо он упразднен, горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен, горько, ибо подвергся разрушению. Горько, ибо он был заключен в оковы, принял тело и вдруг попал на Бога, принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, а попался на то, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки вечная. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отцем сердце! Вселенную просвети, не сребролюбие, мирови сокровища снискал, высоту нам смиренно мудрее показал, но твоими словесы наказуя очи, а не златоусти. Моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся, о гражданной стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве, в России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя и смерти грешных, надежда обратитесь и живым, будьте пощади и помилуй, Господи, болящих рабов
братьев и сестер наших, даруем Господи здравие душевное и телесное, молимся услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Человечьи исправляй, Господи, призри милости в нас, на рабов Твоих, путешествующих мне недостойно раба Твоего, и Севастьяна, Людмилы, и прости, ко благосердь, вся прегрешение наше вольное и невольное, и благослови благое намерение, советы, и их исходы, исходы и входы со путешествием, исправи, спаси и сохрани пути от всех опасностей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Любите Тебя, Бога нашего, и ближнего своего сотвори, да ненависти, вражды, обиды, взаимствия и прочие беззакония прекратятся, истинно даже любовь да царствует в сердцах наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости в жизни, мире, здравии, спасении, посещение, прощение, оставление грехов рабов Божиих, всех здесь предстоящих и молящихся, и о всех заповедавших нам недостойно молитесь о них, уже всем даровать все душевного спасения и телесного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милости Ты человека любит Бог, если Тебе славу посылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Аминь. Молитву нашу, Господи, верь. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Святомирно и безгрешно у Господа просим. Удай, Господи. Хранители души и телес наших у Господа просим. Удай, Господи. Грешений наших у Господа просим. Удай, Господи. Нашими мирами у Господа просим. Удай, Господи. Нашего мира и покаяния скончать у Господа просим. Удай, Господи. Нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Удай, Господи! Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Бог милости и щедроты человека, любись и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Мудрость. Благослови. Христос Бог нас всегда, ныне пресный, во веки веков. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан во век веков. Христос воскресе из мертвых, смерть их смерть поправ. Иисущий во гробе живот даровал. Воскресе из мертвых, смерть их смерть поправ. Иисущий во гробе живот даровал. Истинный Бог наш, молитвами причистит Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Святой смертью смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Христос воскресе! Святой смертью смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. Христос воскресе, смертных смертью смерть поправ, Иисущий во гробе живот даровал. И нам даровал живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению. Благослови.
благословение Господне на вас, того благодати и человека любим, всегда ныне присно и во веки веков. Куличи. Вот напомнили, понимаете, вам моё было. Конечно, конечно. Еще столько много, брат, тебе предстоит найти. Интересно. Да, молодец. Молодой. Он лежал на столе, в галстуке намочили его. Да ты возьми себе. Да, мне вообще. Только у нас Славянский прошел уже. Густевшие с ними же и яйца, и все приношения сие, и нас соблюди во благости Твоей, якода причащающиеся их, Твоих независимо подательных даров исполнимся, и неизглаголанная Твоя благость, яко Твоя держава и Твое царство, и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается приношение сия, крепением воды сия, священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия, крепением воды сия, священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия, крепением воды сия, священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Thank you.
Спаси Христос. Спасибо. Ну, все. Еще, еще. Спасибо, Господи. Я туда в ваших краях. Надо купить. На потолок, на гараж. Да, вы вам куда? Наверное, вам плохо, знаете. Вот помните такую музыку Василию? Спасибо, Христос. Такое, да, яйцо. Очень давно. Сумка, кожаная. Володя, ты сможешь со мной съездить до Василия? Посмотреть? Вдвоем прикинуть, что к чему. Да можно что? Чтобы посмотреть, что надо там. И может где-то можно подломать технически, посмотреть. Только надо с собой молоток взять. У тебя есть молоток, Василий? Топор есть. Молоток возьмешь? Заведи сюда. Давай. Перегрузим. Никита. Я объявление сейчас дам. Ваше объявление. Касающееся всех. Так, сюда зайдите. Объявление. Можешь эту взять, заснимем. Вчера мне позвонил внезапно Волобуев Александр Павлович. Он у нас где-то с 80-х годов снимает. Он очень известный фотохудожник, за границей там такие премии брал. И вот он сейчас устраивает фотовыставку, разрешили. Там какой-то зал искусства на космонавтов там где-то. И у меня точно я могу дать, потом кто позвонит. В республике, наверное. Но для нас не совсем удобно. В субботу в 4 часа начинается у них. Будут люди, может быть, придется выступить. Он какой-то буклет даже выпустил. 96 фотографий. Никогда такого полного не было. Фотографии новые, старые какие были. Он снимал все про Потеряевку. Заповедник веры. Я положу тебе в карман. Кто желает, может прийти. Субботу в 4. Да мне хоккей. А где, где? В республике. Скорее всего, выставочный зал в республике. Где и как вы слышите? Когда дорога будет до вас? Я скажу. Где это? Отни ко мне вопрос. Это где гипермаркет Алтайна Космонавтов? За ним стоит. Торговый центр. Приблизительно. Не верю. А вы там буклете? Приблизительно. Когда может быть? На день деревни. На день деревни. Еще такое, небольшое такое сообщение. Племянник Никита Устинов служит где-то там под Хабаровском. Ага. Ну и позвонил домой и сказал, у них, говорит, в субботу перед Пасхой показывали там по телевизору, документируется, православные чудеса, что ли. Да, 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 да. Ласточек показывал. Я хотел сказать, да? Я тоже видел. Я не видел, мне сказали. Я видел, да. Это, я видел. Ну и там разное, где там чудотворная икона там мироточивая. Да. Остальное неинтересно. Крест все. Появился где там, ну все. И вдруг, говорит, показывают Потеряевские храмы, и как ласточки на... Как да. Чудо. Можно да, чудо. Тоже показывают. Чудо. Но у нас чудо-то естественно, видишь, какое. У нас, допустим, гусиху можно под лавку посадить, она будет парить, там, выведет птенцов там. Курицу можно тоже. А больше у нас в деревне всегда гусихи под лавками сидели. В лавке, под лавкой сидит гусиха. Она уже понимала, сама выйдет на улицу, погуляет, обратно подойдет к дверям, га-га-га. Ее запустишь, она сидит опять. Все так было, четыре гусихи, все они так было. Ну а ласточку ты не приучишь никак. Сама. Один, второй, три гнезда все. Уже три. А третья на трубе прямо там. Ну она, наверное, отпала. Сейчас топили, она же на грязь летом-то. Прямо на трубе. Это где труба выходит, как у нас. Она же труба-то металлическая. Они там на ней прямо свели и выводили. Ну а так, кто может посмотреть, а может что найти. Сказали-то? Сказали, где это? Ну, я этого не знаю. Я сказали, в известной деревне Потеряевка Алтайского края. Ага. Вот такое чудо. Показали все гнезда, как, показали клир. И вот, говорит, когда идут, поют церковный хор и показывают. Ну, это какой-то год. Нам Лиза, ей, наверное, лет 14, вот так это... Ну да, не так давно, но не вот сегодняшнее. Да, вот так показали. Ну все, все одетые стоят. Вот, а ты, какой канал? Ты идешь. Канал? Это четвертый. Это четвертый. НТВ-передача. НТВ. Называется НТВ. Чудеса православные.
православные чудеса и православная вера. Можно в интернете легко. От патриархии была назначена очень важная комиссия. Два соучредителя было. Один из них экономцев Иоанн Архимандрит. Дальше Павел Флоренский, это ректор геологического там университета, исследовать мироточение. Там все под микроскоп, очень авторитетная комиссия. И вывод такой, по-русски просто сказать, не черти ли нам сопли размазывают. Дескать, такие чудеса и дьявол может делать, а попы ломают, говорит, голову и думают, лишь бы не делом заниматься. Огонь с неба будет сводить, а это он слезоточение, прочее, что угодно. Комиссия пришла к выводу, что это вот так, на поперек друг другу могут идти мнения. А у нас безусловно неоспоримое. Ласточек как можно исследовать? Что они поют, что выводят пенсон. Они прям летают. Прям их же показывают. И там этот со звуком. И когда хор поет, да. Люда стоит, ну там девчонки. Ну, прям их показывают, это все не быстро же, там минуты три показывали. И они тоже поют прям, чирикают там это. Не чирикают, ласточка не чирикает. Ну, а что она делает, листует там или как? Щебечет. Ну, щебечет, да, пойдет, щебечет, да. Там надо было из Библии слово, щебечет. Надо было, чтобы слово из Библии не писали. Нет, нет, не было там ничего, из Библии не было. Нет, главное не где-то, а ласточки на... Их, прям, а, батюшку там, тоже, кстати, показали. Аллилуйя, сейчас слово Божие. Откуда двери? Вход болтает. А там остальные показывают что? Сучок какой-то. И там как будто бы, ну как, Богородица. И вот эта Богородица. Издалека смотришь, ну очертания какие-то есть. А потом раз приближают, и там ничего не видно. Ну просто идет сучок, и вот так вот эти вот. И раз сразу убирают. И потом вот так же. Потом так, сделали. Вот идет. Твое? Идет съемка. Ладно. Идет. Дело в том, что там болящим, я думал, что если есть вот паска, там все яйца оставить там. Сейчас дам. Это, дайте. Это, Ольге, там захотела Таню отвезти, там, это, матушкина сестра. Натягивай. Пойдем. Че, когда? Сейчас перегружаем вещи, Василий. Кому? Ух ты, че? Кто сказал, я думала, потеряешь и перемен. Зачем? Это не рядом время. Все, на.